прям так хочется своим этим эмоциональным состоянием прям поделиться шикарным состоянием после съемки красивейшей, наикрасивейшей, я бы сказала, которую попозже я выложу в влог, подготовку ее, непосредственно кадры бэкстейджа, да, с съемки. И сейчас, придя домой, хочу воспользоваться остатками роскоши, раскрутившимися локонами, мейком, который я уже затерла руками, но тем не менее воспользоваться и осмор. У меня еще из выпуска деревенский влог, вот осталась такая печенюха, которую мы делали с моим сыном старшим. Вот. Из пакетика я буду есть, чтобы не крошиться. Состав, по-моему, тут кристалл чистый. Но это не точно, потому что это было давно, год назад. Она у меня тут с переездами затерялась, и ей пришел наконец-таки звездный час. Так, у меня еще осталась вот такая, малюсенькая тоже, печенюшка.